Плёски удар. То есть, грубо говоря, то есть первое. То есть. Быстрее. Лев, еще быстрее. Снимаешь. А теперь двойку. Вот. Здесь вот этот. То есть его чуть больше, там больше вкладывать. Он боксе да. Менее понимает. Вот. Он больше в борьбе время уделял. В смысле, я не понял. Смотри, в этой нож прокручивается после того, как он вошел в тело. Тара. При ударе, давай. Теперь понял. Макевары ни одна лапа не поставит. На улице бью. Даже вот есть в боксе, подставляет лоб. Чтобы не сломать, подставляй лоб, чтобы не сломать, я бью. То есть у меня четко выставка. Поработайте по вот. И как в киокушке. Человек начинает, да. Если он начинает отходить, у тебя получаются длинные рычаги. Его выдергиваю на себя, наношу удар локтем. Посмотри, сразу же через это движение. Раз, посмотри, это был удар. То есть я по-любому ухожу. Посмотри, я ушел. Ты видишь, это удар. Здесь можно выходить там. Сразу же видишь, но это будет удар. Удар. Удар, двоечка. Раз, два, опа, и я вышел. Проблема боксера, его ноги. Да, вот. Поэтому это, да. Смотри, вот у тебя идет двоечка. Посмотри, сразу же я буду выходить. Принцип работы какой? На удары рук, ты начинаешь с рук. Я сразу же выхожу, удар ноги. Ложи. Ошали. Ты понял, что произошло? Когда есть удар... Идет навстречу сложение скорости. Но представляешь, что это такое? На этом весь рукопашный бой заканчивается. Если я в жесткой обуви, я буду наносить удар, самый опасный и страшный удар футболиста. Да-да, смотри, идет у тебя. Сразу же идет вход. Два охранника, смотри. Ты находишься сбоку, твоя задача выходить на вот это, только завести. Но теперь тебе нужно... Да, вот, ты начинай, ты работай. Он не дает руку, дай покажу. А ты мать. А. Я могу вот так вот. Так, смотрим через ударку, когда мы зашли, он где-то чуть-чуть потерялся, чуть поплыл. То есть вот здесь, или же вот этот пароход, который произошел, то есть, ну, грубо говоря, то есть вот эти... Да. Он хорошо борется. С ближней дистанции. Посмотри, вот это идет вход. Но сразу же, конечно. Аля! Да. Мы в системе, вот то, что есть и ММА, 27 запрещенных приемов мы применяем в своей системе. То есть это пах, это глаза. Да, смотри, вот она, вот это. Теперь дальше, посмотри, я через этот элемент, вот здесь вот уже, помимо этого, я еще вот здесь работаю. По мягким, соответственно, это селезенка, это печень, это под сердце, это солнышко, да, и куда-то там в кадык там пробивает. Вот они, вот эти вот сюда идут удар. Раз, посмотри, сразу же понятно, что вот сюда. То есть моя задача, то есть сразу же отсюда пошли локти. Давай корень носа. И вот здесь теперь обрати внимание. Перехват. Можешь коснуться? Теперь правильно выполненный прием. Я сейчас не делаю больших акцентов, но чувствуешь, да? Теперь посмотри. За руку держать. Я одновременно. То есть видно, вот оно. Теперь вот сюда посмотри. Да. Не вот сюда, а вот сюда. Чувствуешь? Теперь под локоть. Понял. Под локоть и вот из руки сделать палку. Так, да? Да, теперь смотри, под локоть. Если не сможешь, то вот себя прихватывай вот здесь. Мать, мы без разницы. Теперь смотри, ноги приподнимай. Вот понесли.
Теперь вот здесь ставим и давай, теперь смотри, давай наручники. Этот момент снять? Да, удар. И вот я его уже забрал, понимаешь? Одновременно я работаю. Я подхожу, скручиваю ему голову, забираю его бедро, выставляю на глаза, и вот я его забираю. А да, ты его ведешь, да? Происходит. То есть ты видишь, вот он. Но здесь я ему давлю на глаза. Сперва этот, ладонь. Хорошо. Отпускай, отпускай. Плохо отпускай. С молодежью работать, да? Не, весело просто. Давай, мы серьезно сейчас. Давай сейчас это его тут забрать, но я его сразу локоть. И вот здесь сразу же перехожу на вот это движение. Видишь? То есть вот, видишь, он уже садится. Момент же есть, сказать, 60-70% есть таких людей, кто вот сзади за руку трогал, он сразу выворачивает. Да, на самом деле, на самом блокирующий удар от между первым и седьмым позвонком, это мозжечок. Туда наносится удар. И дальше я могу его уже захватывать. Вот сюда, под колено там, да, все вещи. Это хорошо. Все это будет, посмотрите. И сразу же осаживаю в них только. То есть посмотри, и вот здесь чувствуешь, я тебя забрал? Он умирает. Прихватываем вот здесь, в районе сонных артерий. Вот здесь прихватил. Движение руками вверх, на себя, вниз. Одновременно. И вот здесь теперь, смотрите, происходит его удержание и удушение. Удушающие, знаете, умеете делать удушающие? Да, конечно. Вначале сзади удушающие, давай. Хорошо, вот здесь я выстраиваю треугольник, и теперь мне нужно, посмотри, вот здесь садиться. Я знаю, и вот почувствовал, да? Все. ДК, ребро ладони. Это замок на себя, вверх и... Я должна здесь быть, по-любому. Но теперь я Но еще... плотно захватываю. Да, да. Он уже не будет. Да. Удушающий сзади очень профессиональный и очень опасный. Сразу же. Человек 3 секунды засыпает. Я сразу тучусь. О. Потерпи что-то. Ну я могу так вот руку так вот. Замок я забираю. Да. Но здесь идет на вот этот, видишь, идет. Да, здесь идет любой захват, проведенный до конца, выхода нету. Да. Противодействовать можно только на начальных элементах. Да, захват. То есть вот оно движение, и сразу выходишь. Мы наносим удар, пьем. Мы будем сюда его подбивать. Опа! Сразу его осаживаю. Прихватываю вот здесь. И вот здесь уже будем наносить, ну, опять же, по почкам где-то. Здесь меж лопаток очень жестко вот здесь пробивать. Вот он вариант. Это руку сломали, да? Да. И вот мы вот сюда вышли. Это вот это же подбивает? Это поднял. И вот, этой рукой. И посмотри, дальше. И видишь, и сразу же нет, этот локоть сразу заводится. А здесь теперь или же горло, раз, или же корень носа, или же глаза. Это отсюда под? И мое предплечье, видишь, вот оно. И ближе к телу. И ближе к телу, вот оно. Вот. Не сильно, мальчик. То есть вот движение. Вот. Сейчас мы не наносим. Теперь смотри, эту я завожу и вот сюда. Подбиваю, завожу и выхожу. Стоп, его предплечье и мое предплечье, они должны параллельно быть. Вот посмотри, видишь? Он идет через кувырок, через бросок. Подбиваю. Да. Вот, вот идет вот это движение. Теперь сразу же меняешь. Вот вдоль его ноги и вот, вот здесь забрать. Вот. Все, он мой. А теперь попробуй с ним пройди. Алекс, сука, на вот мало. Полицейский загиб руки за спину. Противодействие. Да. Обоюдно, да? Хорошо, схема мгновенной нейтрализации. Стоит биообъект. Потенциально несет опасность. То есть мы не показываем, мы просто проходим мимо. И в самый последний момент мы его забираем. Если нужно, посмотри, сейчас. Здесь, доставай. Поднимаем. О, бля, все, хватит. И взяли его на сопровождение. Это объект, который не знает, это не борьба. Есть готовность, рефери. Жизни нету. То есть это объект, которого тебе нужно нейтрализовать. С ударкой, понимаешь, я сразу же работаю на корень носа, работаю на глаза,
И вот здесь я его сразу посмотри, сразу его отсаживаю. Вот здесь пальцы. Теперь, если мне нужно, посмотри. Вот здесь я его вот удерживаю. Одна точка, вторая точка, третья точка. Осторожно, вот пожалуйста, пожалуйста, осторожно. Да. Я осторожно. Если мне нужно садиться, я осторожно, медленно, тихонько сажусь. Вот. Что, пожалуйста, старший человек? Вот. Нет, ты можешь теперь, смотри, ты можешь вот так перейти. Ты можешь вот так перейти. Три точки. Вот горло, нос и глаза. Кировать не давать ему сопротивляться. Поэтому вот три точки. Глаза, горло и пах. То есть вот мы наложили, ему в пах идем, или вот сюда ты ему посмотри, что делаешь. Ты заходишь, сударку обозначаешь, пробиваешь солнышко, под сердце пробиваешь, раз. И сразу, то есть обозначь удар, и смотри. Нужно приподнимать. О, нет, смотри. И вот, вот он здесь приподнял, вот. Ствол спиной, да? Вот мы стоим где-то. Ты, у тебя рука пошла. Сразу посмотри, вход, удар, это блок, а дальше стандартная тема, пошла рука. Сразу же это удар, это блок, а здесь то, что мы уже в начале как следует с локтя заехали. Чтобы потерялся. Чтобы потерялся, да? Давай. Отстрелить нас бы застрелили, значит, это угроза физического, психологического насилия, от нас хотят деньги. Я показал в эту сторону, теперь посмотри. Дальше был уход. Отсюда теперь, если я ушел в эту сторону, я его забрал, здесь посмотри, я уложил, и вот здесь, и отсюда, вот сюда, ай, мама. Я ушел, смотри, отсюда я его через это как бы забрал. Я ухожу, встраиваюсь в плоскость, и вот здесь уже я начинаю работать. Да, я лучше вот так сделаю. Это более безопасно, уйти за него. Да? Стой, стрелять буду, нож на землю. Он нож бросает, ты дальше ему следующее, нож в сторону. Стой, стрелять! Выкинул! Нож в сторону! Руки за голову! Встань в спину! Ну, все, давай, респект. Огромное спасибо, давай. Огромное, что ты учил. Да. Серьезно, очень огромное. Да. И вам тоже спасибо, то, что учил.